Ну, сдай без звука, пожалуйста, громкий. Всех приветствую. Мы начинаем второй артисток в рамках большого концерта «Изофон», который состоится 20 сентября. Сегодня у нас Корней, сонграйтер, гитарист, бас-гитарист, аранжировщик, наш земляк, нынче проживающий в городе Москва. И я передаю ему слово, звук, и так далее. Наслаждайтесь, образовывайтесь, задавайте вопросы. Thank you.
Раз. Всем слышно, да? Да, меня зовут Корней. Всем спасибо, что пришли. Это, мне все кажется, немного невероятным, потому что в некотором смысле это то, о чем я мечтал всю жизнь. А в некотором смысле еще и вызов для меня, поскольку это вещь отличнее от того, что я всю жизнь делал. Ну, бывает так, да, что мы в детстве мечтаем об одном, а в зрелости потом занимаемся до определенной степени чем-то другим. Привет, Марта. И Влад позвал меня на этот прекрасный концерт, который будет в сентябре, о котором вы, наверное, все уже знаете. Я отчасти, наверное, почему вы здесь. А для того, чтобы я опять-таки совершил вещь, которая для меня, с одной стороны, которая для меня, с одной стороны, тем, чем я занимался с детства, лет, наверное, в 12, в 13, в 14 и даже в 16. А с другой стороны, толком не занимался никогда. То есть это в некотором смысле вызов. Я, кажется, повторяю свои мысли, да? Это потому, что я плохо выспался, ничего страшного. Я буду играть арт-рок. Перед этим мне нужно будет его сочинить. Вы зря такие серьезные сидите, хоть немножко улыбнитесь, приободрите меня. В 2013 году это, наверное, явление несколько старомодное, поскольку пик этого направления пришелся на 70-е. Ну, Yes, там, King Crimson, все, наверное, знают это все, да? Я вначале хотел провести какой-то исторический экскурс, а сейчас я понял, что когда есть интернет, YouTube, ну, наверное, нет ничего глупее, чем ставить с компьютера на вот эти колонки какие-то вещи, которые либо и так всем известны, либо находятся в сиюсекундном доступе. Я готовился мысленно к этому мероприятию и думал, что же я вам расскажу. Наверное, мне стоит спросить, что вы хотели бы услышать, да? Мне интересно, вот как вы начинали и... Спасибо. Как я начинал? Началось с того, что родители обнаружили, что если мне ставить какую-нибудь музыку, то я перестаю реветь. Ну, это было, как вы понимаете, в достаточно раннем возрасте. А может, все началось еще гораздо раньше. Ну, вернее, не гораздо раньше, несколько раньше, когда мама со мной внутри... Ой, я весь облился, какой кошмар. Когда мама со мной внутри... Да все в порядке. Еще беременная мной стояла под сценой, где в это время играл на бас-гитаре мой папа, который был полупрофессиональным музыкантом. Я думаю, что все началось, возможно, даже где-то тогда. Ой, Светочка, здравствуй. Потом все началось еще раз, когда я расстроил папину бас-гитару. А какую струну не сказал, как в том анекдоте. Ну нет, конечно же, папа как-то нашел, какую струну расстроил ее обратно и работал на этих танцах еще года два, наверное. А потом ушел оттуда, потому что сказал, что люди начали спорить по поводу соотношения количества берущихся нот и гонорара. В общем, люди начали спорить, кто больше брал нот. И сообразно с этим перераспределять платежи. Конечно же, моего папу, бас-гитариста, этого не устраивало, Я решил заняться другими какими-то вещами. Потом все началось, ну, как у многих бывает, с пластинки Beatles A Hard Day's Night, которая, правда, привлекла меня не столько своей музыкой, как я лишь потом понял прекрасной, сколько тем, что, несмотря на то, что я ее исцарапал, я очень любил царапать пластинки, исцарапал просто до неузнаваемости, она, тем не менее, продолжала звучать и даже почти ни разу не прыгала, и уже одно это обстоятельство заставило меня ее переслушать несколько раз, после чего я и не мог не полюбить Beatles. Ну и, конечно же, в какой-то момент были мечты, да, сделать все это самому. Я помню, как в классе в нулевом, наверное, или может даже в минус первом, я стоял на какой-то воображаемой сцене и играл музыку для воображаемых людей, которых почему-то в моем воображении было не так-то и много, примерно как вас сейчас.
что, наверное, в некотором смысле повлияло на количество людей на моих концертах сейчас. Ну, мы отвлеклись, да. В 9 лет папа купил гитару уже как хобби. А перед этим, минуточку, мне купили пианино. Они просто не знали, что в журнале «Ровесник» я до этого вычитал, что Джерри Ли Льюис любил играть на пианино ногами. И купили мне пианино. И мы с другом Сережей Стояном играли на нем. Ну, в том числе и ногами, хотя, честно говоря, это было не главное. Просто почему-то родители мои обратили внимание именно на это. Даже в зрелом возрасте люди любят эпатаж. Видимо, обращают на него как-то внимание. Меня отправили на кружок фортепиано, на который я проходил точно не больше месяца, потому что папа уже играл на пианино аккордами, а нас там в школе учили «Светит солнышко к нам в окошечко». Ну, на самом деле, правильно делали в кружке. Но когда я начинал играть аккордами, они говорили: «Подождите, это еще не надо, так мы еще не играем, это потом у нас будет по программе». Ну, программа есть программа. Когда я еще начинал? Какие еще были варианты? А, да, продали пианино, но осталась гитара. Сначала, вообще-то, когда я взял гитару в руки, ну, я думал, конечно же, как там вот Вячеслав Добрынин по телевизору поет «Синий туман», как он на ней играет. Ну, это сейчас я знаю, что это фонограмма, да? Скажу, он на ней не играет, на самом деле, по крайней мере, на концерте. Ну, тогда я думал, что на гитаре играешь глуша струны, а не прижимая их грифом. Ну, наверное, это выглядело так. Я ни разу этого не пробовал делать в реальности, я сейчас попробую. На микрофон. В общем, ничего из этого не могло выйти изначально, как вы понимаете. Я мучил себя. На гуслях. На гуслях, кстати, ну, может, куплю когда-нибудь. И тут папа мне говорит: прижми, Володя, струну так, чтобы она зазвучала. И мне это удалось один раз. Потом удалось второй. Потом удалось третий. И через месяц папа показал мне баррэ. И даже оно удалось мне. Ну, в общем, вы все эти истории, наверное, знаете. Я, наверное, говорю какую-то достаточно банальную чушь. А с другой стороны, понятную. Как еще все началось? Потом мне купили электрогитару. Ну, конечно же, я хотел электрогитару. У меня были в школе друзья, которые мне записали все эти прекрасные пластинки, и хотелось электрогитару, и папа списал из клуба. Клуба Макеевского шахты имени Починкова, где он, собственно, до этого работал на танцах. Электрогитару Иолана Спешл чехословацкого производства. Привет, Антоша. На которой не было одного звукоснимателя, не было, ну, так называемого струнодержателя. Струнодержатель сделали, отпилив его от акустической гитары. Я думаю, это войдет в историю. Сейчас так уже не бывает, мне кажется, у 12-летних. Поставили околки с акустики. Ну, в общем, как-то все это заработало. Папа привез из того же клуба, нет, не из клуба, из гаража, из дядиного, ламповый усилитель. И колонки Вега 8-ваттные, которые в этот ламповый усилитель втыкались, и когда усилитель разгоняешь, выдавали настоящий дисторшн. То есть тот, который происходит за счет, ну, ударения диффузора о корпус колонки. Вот. Ну, в общем, если ко всему этому прибавить то, что мы тогда жили с родителями в однокомнатной квартире, то вы понимаете, в принципе, масштаб бедствия, на которое папа себя обрек до какого-то момента. Какие еще начала? Первая группа. Никто этого не знает.
потому что записи, слава богу, не сохранилось. Называлась группа К-9. Наверное, был такой фильм, по-моему, про какую-то полицейскую собаку К-9. Я не уверен, что связано именно с этим. Возможно, это просто какое-то сочетание символов, которое пришло в голову фронтмену. В общем, не знаю я, что это означало название. Я его придумывал. Ну да, я играл там на гитаре, потом на басу, потом опять на гитаре, потом играл на басу в тех песнях, где на басу какие-то были, ну, сложные партии или артикулированные партии, а на гитаре во всех остальных песнях. Группа была, конечно, довольно интересная. Мы играли поп-музыку с сильно примоченными гитарами. Сейчас. Короче, если бы в группе «Ария» пела Таня Буланова, то было бы, наверное, что-то такое. Вот. Но только при этом у этой Тани Булановой, ну, были бы все мужские принадлежности, потому что фронтмен все-таки, ну, к его чести, был мужчиной. По драм-машинку это все происходило, конечно же. Наверное, слава богу, потому что надо же когда-то учиться играть ровно. Это моя первая занятость в 13 лет была полезна тем, что в моем доступе оказалось огромное количество гитарных примочек. Таганрогские рековые процессоры. Глобальных размеров процессор Лидер 2, сделанный в СССР в 84 году. А на дворе был 95-й, что ли, 6-й. Это прекрасная драм-машина, на которой я пытался забивать барабанные рисунки Билла Бруфорда из ЕС, но ничего не вышло почему-то. Эти бас-гитары за $250, это уже очень приличные были вещи. Ну, в общем, это, конечно, был рай, даже несмотря на то, что до первых купленных настоящих гитарных струн оставалось еще 2 года. В общем, поиграл я в этом составе. Ну, после того, как мне пришлось 10 раз показывать аккорды то приходящим, то уходящим басистам, я понял, что, возможно, мне стоит заняться чем-то другим. Примерно в это же время я узнал о существовании магазина «Классика», который в Донецке был, наверное, главным просветителем музыкальным, наряду с радио «Промень» и его прекрасным ведущим Дмитром Галеновым. И, зайдя в этот магазин, я познакомился сначала с Юрием Макеевым, потом с Александром Джентимировым, я не знаю, скажут ли вам о чем-то эти имена, но вместе с ними и с Пашей Павлосюком, несколько более известным донецким персонажем, мы играли в группе «Сахара». Я присоединился к ней позднее, чем эти трое. И заиграл таки свой первый настоящий арт-рок, о котором тоже стоит упомянуть отдельно, поскольку обложки концептуальных альбомов я рисовал ночами в 12 лет, штуки по 3. То есть моя творческая продуктивность исчислялась, ну, 3 альбомами за ночь. Что, ну, для 12 лет, согласитесь, неплохо. Вот. Я не знаю, какая музыка на этих альбомах была, правда, никогда я ее так не записал, но... Кстати, этот замысел, наверное, у меня есть возможность реализовать как раз вот 20 сентября. Конечно, это несколько сложнее, чем просто нарисовать обложку. Мы все еще ищем ритм-секцию. Если есть хорошие, ну, только действительно хорошие басисты, дайте им об этом знать. Следующее начало было... Здорово. Вы заставили меня рассказать всю историю моей жизни. И вспомнить ее даже для себя. Это уже полезно. А дальше был гитарный конкурс. Очень важный. В 98 году. Значит, на этом конкурсе главным призом была электрогитара Макеевской фабрики «Кастом». Не такие уже плохие, кстати. У Макса Шевченко до сих пор одна лежит.
Я на этом конкурсе занял второе место. В 16 лет и от обиды решил создать собственную группу. Показать им всем, так сказать. Лучше бы я занял первое, честное слово. Группа называлась Chaos. По-английски хаос, как вы можете понимать. И вполне соответствовало этому названию. О, Марта, привет. Да нет, я просто вспомнил, что первая вокалистка этой группы была именно Марта. В итоге мы решили... Ну как мы решили? Мы были вынуждены в некотором смысле взять вокалисткой Ольгу Сауленко, потому что она была девушкой Максима Шевченко, гитариста группы. Я не знаю, стоит ли это действительно сейчас об этом упоминать. Но это два очень харизматичных персонажа. Я знаю, что Максим Шевченко будет выступать со своим каким-то феерическим абсолютно проектом тоже 20 сентября. Я с нетерпением этого жду. Возможно, нам даже удастся устроить какой-нибудь нерегламентированный джем-сэшн. Влад отводит глаза, ладно. Так о чем это я? Да, в общем, это была моя первая настоящая группа. Первая группа, где я, наверное, вносил какой-то реальный композиторский вклад, где была ответственность, как я понял, лишь впоследствии, где были какие-то взаимоотношения, где были чудовищные порой споры с метанием пепельниц, в которых лежал при этом чужой пепел, потому что никто из нас тогда не курил. Пепел врагов. Да, пепел врагов, метаем в друзей, я это запомню. Наверное, если бы эта группа просуществовала до нынешнего момента, это была бы лучшая группа СНГ, мамой клянусь. Но она не просуществовала, поэтому что толку клясться. Мы сейчас со всеми участниками находимся как в дружеских, так и в коллегиальных с некоторыми отношениях. Но тогда нас удерживать было невозможно, потому что одни хотели кататься на роликах и заниматься музыкой, а другие хотели заниматься музыкой и кататься на роликах. И в данном случае от перестановки мест сослагаемых сумма менялось достаточно сильно. Возможно, то, что меня за мой деспотизм выгнали из группы, которую я сам же и основал, стало для меня одним из важнейших уроков. Человеческих отношений в музыкальном поле. С тех пор меня постоянно колбасило и продолжает колбасить до сих пор, потому что я разрываюсь, мечусь в сомнениях, то ли мне быть деспотичным, я думаю, да, надо быть деспотичным, начинаю всех строить, опускать, начинаю делать так, чтобы все было как надо. Кому надо? Следующий вопрос уже. А потом я ударяюсь башкой, понимаю, что, в общем-то, я разрушил все, и думаю, что нет, наверное, надо быть мягким, наверное, надо быть чутким, наверное, надо делать всех счастливыми, а не себя. И как-то, наверное, вот так. И потом я ударяюсь башкой об другой край. Постепенно я прихожу к балансу, надеюсь. И следующим началом, как раз в обратном духе, стала группа «Космозоу». Прекрасная вообще-то группа, но из которой тоже по ряду причин потом пришлось уйти. Кто знает, тот знает. Мы были культовой группой, мне кажется, в Донецке. Да. И даже иногда в Славянске.
Я знаю, что Игорь там на польский фронтмен этой группы, сейчас занимается менеджментом в группе «Манекен», а также с певицей Джамалой Джамаладдиновой. У Космозова? Да, MTV был такой канал когда-то, и был на нем такой клип тоже. Рисованный, красивый. Это все было до меня, но да, это главный хит Космозова, песня «Я не я». А потом в моей жизни случилось некоторое прозрение, связанное с тем, что я прочитал несколько хороших книжек наконец-то. Для разнообразия, но даже не только на гитаре играть, а книжки читать, как мне тогда сказали, но я решил попробовать. Руку сломал. Нет, руку сломал, это было позже. А что за книжки? Черт, я не думал, что вы спросите, ладно, придется сказать. Ну... Кстати, хорошие, да? Так, других еще хуже. Детские сказки. Ну, послушайте, ну вы же понимаете, что это не «Война и мир», да? Вот это, что ты сейчас сказал, я не понял. Книга называлась «Рассказы Вельзевула своему внуку», и автор у него был Гурджиев. Очень хорошая книжка. Все говорят, что она сложная, но к тому моменту мои мозги разогнались уже до такой степени, что для меня было как раз в самый раз. Но не то чтобы сложная, у нее витиеватый язык, а вещи, о которых говорится, там, в общем-то, очень даже простые. И, конечно, эта книга, ну, как, наверное, и все книги такого толка, написанные людьми такого толка, конечно, увлекла меня настолько, что я прочитал ее вот такую за 3 дня, пятичасовыми перерывами на сон и даже с какими-то перерывами на создание дипломной работы, которая должна была вроде носить лингвистический характер, но вместо этого носила как раз характер, наверное, больше сходный как раз с этой книгой. Что, наверное, как-то озадачило тех, перед кем я потом эту дипломную работу защищал, да и меня самого озадачило тоже. Как бы ни было, это не имело большого значения, потому что благодаря этой книге я написал, наверное, свои лучшие песни. «Такие города», «Отымело», еще несколько других, которые, возможно, когда-нибудь войдут в какие-нибудь альбомы. И вот на эти-то песни Земфира и клюнула. Если вы хотели знать. А как вот получилось? Ну... Вот, может, там страхи даже были какие-то. Вот как она узнала просто об этих песнях вообще? Я, честно говоря, не думал, что она читает свой форум. А. Я думал, что у нее есть дела поинтереснее, но у нее тогда как раз случился отпуск. И песни, которые я выложил просто для того, чтобы люди их послушали, послушала Земфира. И написала мне письмо, дословно гласившее: «Здравствуйте, Владимир, меня зовут Земфира, меня интересуют ваши песни и, собственно, вы». А я-то почему, подумал я. Но в Москву, конечно же, не мог не приехать. Хотя меня терзали сомнения опять, поскольку... Вообще сомнения, наверное, мое второе имя будет. Меня терзали сомнения опять, потому что, ну, после того, как ты прочитал трилогию Гурджиева, тебе не хочется заниматься музыкой. Ты пишешь песни, ты все это делаешь, но тебе вообще не хочется заниматься музыкой, поскольку, ну, как, черт, это что? Ну, в смысле, музыка — это вот когда вот прижимают вот пальцем к ладу что-то, да, и что-то должно получаться, да. А люди это любят, а почему? Мир просто распадается на какие-то, на составные части. И ты ходишь сутками... Ну, не в смысле, уток-то не было, на районе ходишь просто и думаешь, что, блядь, происходит. Ты думаешь, так, день, два, три, четыре недели. И потом звонит Земфира, и ты даже как-то не удивляешься, хотя перед этим ты целый год, возможно, играл там под ее последний диск на бас-гитаре каждый второй день.
просто для того, чтобы почувствовать эту атмосферу. Возможно, играя на бас-гитаре, я уже запустил какой-то маятник, который потом... Вот в это и вылился. Да, ну, в общем, приехал я в Донецк. Сняли мне квартиру. Приехал я в Москву. Кстати, да. Кстати, да, ну видите, ночью просто надо спать, поэтому... Да, приехал я все-таки в Москву, сняли мне квартиру. В Донецке мне квартиру снимут, видимо, сейчас несколько позже. Да, очень хорошая квартира на речном вокзале. Песня «За сутку до речного». Может, кто-нибудь слышал? Да. Сессии на Мосфильме в каменных студиях. Ну, для акустического какого-то... Для каких-то акустических свойств их оббивают камнем. Ну, в общем, все это на самом деле не важно, потому что к моим началам это уже больше не относится. А, ну было еще одно начало. Когда Земфира меня выгнала, я начал заниматься сессионной деятельностью, играя со всеми. С Найком Борзовым, с группой Underwood, даже с певицей Марой Гуд. Unplugged — это с твоим участием, да? У Мары? Вот. Да. Да, было дело. Там Корней гитара, бас-гитара, она объявляет лица. Здорово, я не знал. На Яндекс.Музыке. Спасибо, я не очень люблю вспоминать об этой пластинке, хотя она была довольно забавной. Особенно, когда я в середине этого академичного до смерти концерта решил поиграть на пианино, на котором я играть не умею. Это был незапланированный шаг. Я знаю, что клавишник Умары потом пришлось за меня все переигрывать для этого альбома, не важно. Зато после этого концерт наконец-то начался. Вот такие у меня начала были. Обо всех я вроде бы рассказал. Спасибо. Заодно рассказал, наверное, немножко свою историю. И если вас какие-то дополнительные эпизоды из нее интересуют, вы можете задавать вопросы. Слушаю. Какие были эмоции, когда вы в первый момент написали письмо на Какие эмоции? Это же было, получается, на Вот. Могу сказать, что вот так сложилось, мое состояние тогда было таким, что я не ощутил этого перехода. Она у меня спросила, после всего, перечислив все, что меня ждет в Москве, она спросила, ты счастлив? А я ей отвечаю, скорее насторожен. Я только сейчас понимаю, как она на это отреагировала. Она, наверное, хотела дать мне много, и, наверное, несколько не ожидала услышать в ответ на это, что я несколько насторожен. Спасибо ей большое, на самом деле, потому что она предоставила мне возможность общаться и сотрудничать с самыми лучшими музыкантами Москвы на тот момент. Олег Пункин, Юра Цалер — это... Музыканты просто вселенского уровня, для которых в плане выразительности, в плане раскованности, в плане какой-то харизмы, в плане вросшести в инструмент нет просто ничего невозможного. Прекрасные музыканты, прекрасные люди. Да и, в общем-то, всегда с ней играли только самые лучшие. Саша Бодашков, Сергей Миролюбов, люди из того состава. Боря Рившиц, Андрей Звонков, которого недавно в Тольятти шандарахнуло током на концерте Би-2, и он остался жив. Это признак настоящего гитариста. 380 вольт, не шутка. То есть, ну, это были лучшие люди, и надеюсь, я там хоть как-то наполовину этому соответствовал. В любом случае, это была прекрасная школа для меня. Дальше у меня, наверное, был период упоения своим умением, поскольку я это умение, ну, за определенную мзду, конечно, раздавал всем желающим. Уже упомянутый Найк Борзов, Мара и Underwood в основном. Плюс еще бесчисленное количество сессий, на которых о которых вы можете прочитать на моей странице в Википедии. К
Кто ее написал, вы спросите? Что еще можно сказать? Да, о чем это я говорил? Вопрос был в том, ведь насколько да. Ощущал ли я какой-то переход? Нет, не ощущал. Я уже перешел. А куда уходили эти? Да. Потому что тогда книги Гурджиева под рукой не было. Мне пришлось справляться самому. Ну, послушайте, видимо, время пришло. Я не смогу рассказать причину, по которым я был выгнан, поскольку она, кроме меня и Земфира, вовлекает еще третьих лиц, которым об этом знать совершенно не обязательно. Даже несмотря на то, что они, скорее всего, знают. Ну, я понимал, что, наверное, осуществляется сейчас какой-то переход из высшей лиги, из лиги высшей в лигу несколько более прибыльную, привольную, наверное. Назовем это как-то так. Я не знаю, прогрессивный этот переход или нет. Это палка о двух концах всегда была и есть. А насчет арт-рока? Марта хочет под Корнея узнать что-то новое насчет арт-рока. После всех... Есть вариант рассказать про арт-рок именно не с точки зрения того, что можно найти в интернете, а с точки зрения того, как ты сам его чувствуешь, понимаешь. Потому что я знаю, что ты десятилетиями собирал историю эту. И для тебя, у тебя есть свой взгляд на арт-рок, твое видение. То есть для тебя это некая история с твоей точки зрения, которой в интернете точно нет. Да. Да, Маркус. Да. Вы что-то прок называете? И не хотят слушать, потому что она имеет конкретно 70-е такое звучание, помимо своей артовости, там еще такие 70-е. Вот. И я думаю, может быть, возможен какой-то пост-прок, который не нес бы такой рок-н-ролльности. Ну, насколько я знаю, эти вещи существуют. Сочинять, ты же сказал, мне еще сочинить надо. Какой-то сочинение. И что для тебя арт-рок? Вот, может быть, вот с этой точки зрения можно рассказать историю арт-рока. Ну, сначала я... Привет. Сначала я отвечу на вопрос Марты, потому что он позволяет узкий ответ и, конечно же, раскрою тему, которую Влад, спасибо, ты предложил. Я знаю, что прогрессивный металл существует. Есть группа Porcupine Tree, может быть, кто-нибудь слышал. Есть группа Tool, пока что временно, видимо, распавшаяся. Ты знаешь, мне кажется, что то, о чем ты говоришь, то, чего ты ищешь, оно сейчас есть уже практически во всех жанрах. Оно не определяется каким-то там лыбаком арт-рок, потому что элементы, ну вернее, то, что было открыто арт-роком, используют сейчас там и Animal Collective, там, американские электронщики, используют Radiohead, причем нещадно, ну, в смысле, это же, они же компиляторы, ребята, ну. А Мьюз компиляторы еще больше. Особенно последний альбом, если послушать, становится просто страшно. Там все из Queen натаскано, черт возьми. Ну просто модернизировано. Я, конечно, понимаю, что не так важно, где ты это взял, как кто, куда ты это потом донес. Но местами они, конечно, ушли в глубокий криминал, как мне кажется. Yeah. Another one bites the dust. Один другой кусает пыль в дословном переводе. О чем это я? Да. В общем, как сказал Рик Уэйкман, прок сейчас, в общем-то, уже есть везде понемногу. Даже в поп-музыке мы уже находим вещи, которые до появления рок-рока, арт-рока в ней не могли существовать. Развилась драматургия практически всего. Последний альбом Бьорк — это гораздо больше арт-рок, чем то, что сейчас арт-роком себя называет. Веспертин, Медула... Какие еще были? Вольта, конечно же. Это все очень такие... В том смысле, это даже больше арт-рок, чем... Вообще стоит задаться вопросом, за что мы его любим? За что мы это направление любим или любили? Конечно же, началось все, ну,
для кого-то с ЛСД, для кого-то с чтением про ЛСД. У меня второй случай. У меня очень маленький наркотический опыт, практически никакого. И в 12 лет я мечтал попробовать, но так и не попробовал. Я надеюсь, что нас не загребут за такие вещи. Ну, раз не попробовал, значит не загребут. Да, вот на то и вся надежда. И, конечно же, зашла речь о психоделической музыке. И, конечно же, психоделическая музыка конца 60-х получила в арт-роке наибольшее развитие и самое красочное и точное оформление. Даже несмотря на то, что Роберт Фрид, например, никогда не принимал наркотиков. Как и все King Crimson, ну, по крайней мере, они так утверждают. Мы любим эту музыку за сочетание сказочности и энергии. Потому что хард-рок, он такой шумный, немножко туповатый, как правило. Классическая музыка слишком уж сказочная, и в ней нет барабанов, груженой гитары, всего этого. Мощи всей этой нету, как правило. Ну, по крайней мере, пока не появился арт-рок и не показал, что эти двое могут сосуществовать. Вот за это мы любили арт-рок. И, ну, в общем, после некоторых пластинок этого направления стало всем довольно ясно, что, наверное, музыка уже не может оставаться прежней, и что... Сказочность, сочетание сказочности и звериной энергии скорее станут стандартом, чем исключением. Поэтому, если вы ищете арт-рок сейчас где-то, ищите его везде. Потому что, прежде всего, это музыка, которая всегда раздвигала границы. Которая искала новые средства выразительные. Которая, наверное, давала тебе что-то большее, чем жизнь. Как ни странно, в 2000-х годах менее всего это можно найти в том, что называет себя современным арт-роком. Я послушал несколько групп и понял, что слышно, да, что им очень нравится звук 70-х, и что никуда они от него деваться не собираются. И мне показалось, что это звучит довольно скучно. Ну, в смысле, у Карли Рэй Джепсон в песне «Call Me Maybe», наверное, веселее получается. Главный хит Билборда 2012 года. Вот, собственно... Наверное, я как-то ответил худо-бедно на твой, Марточка, вопрос. Что же касается моего видения арт-рока, то я тоже, возможно, на этот вопрос худо-бедно ответил, но, наверное, стоит отметить, что благодаря предложению Влада мне самоучке музыкальному, пришлось осмыслить и задать себе вообще вопрос, как я делаю музыку. Потому что, ну, когда ты делаешь поп-песню, а я их перелопатил уже, наверное, около 1000, как аранжировщик, есть четкий формат, есть четкие рамки, и это просто, на самом деле, достаточно. Ну, в смысле, это сложно. Хотя нет, это скорее просто занимает время. Вот так я бы сказал. Занимает время этому научиться. А когда дается тебе большое поле, тебе приходится задаться вопросами, что же и как же я буду выражать. Очень хорошо задана тематика предстоящего концерта «Пространство памяти», потому что она, во-первых, позволяет бесконечную свободу, настолько же бесконечно, насколько память. И с другой стороны, она позволяет быть честным, потому что наша память, даже несмотря на то, что иногда искажает реальное состояние вещей, позволяет нам как-то вспомнить реальность собственную. Она частичка нашей реальности. Мне кажется, что все, что в нашей памяти хранится, оно с нами всегда, и оно на каком-то уровне нас все равно держит.
И, конечно же, в общем, все это в одной поп-песенке не уместить бы. Так что, видимо, да, дело пахнет пятичастной формой, 20-минутной длиной произведения, гармониями, которые я по 3 часа в сутки могу импровизировать на гитаре, когда сижу наедине с собой. И до этого момента я, возможно, никогда это даже не выносил на суд зрителей. Ну, возможно, потому что не просили. Сейчас же я столкнулся с задачей всю эту свою спонтанную, такую свободную, абсолютно текущую импровизацию переплавить в какой-то, ну, во что-то записанное, во что-то написанное, записанное, завершенное. Наверное, нужно выбрать лучшее. Возможно, достаточно выбрать просто хорошее, потому что, ну, как говорится, done is better than perfect. Сделанное лучше, чем идеальное. Наверное, мне нужно будет соблюсти какой-то баланс между звучанием винтажным, которое я все-таки очень люблю, мне кажется, это самое лучшее звучание в мире. Какую бы там цифру, какие бы мегапроцессоры сейчас не изобрели, самое живое в плане саунда было все-таки тогда. С другой стороны, мы живем в 2013 году, об этом тоже стоит помнить. И звуковых технологий, которые сейчас есть, имеются куча возможностей открыть нам какие-то просто целые миры новые. То есть по саунду, наверное, это будет нечто среднее между тем и другим. По гармонии это будет довольно свободная вещь. Это будет, наверное, какая-то, я бы сказал, модуляционно-коллажная техника. В том смысле, что вообще я люблю попсовые гармонии, потому что для меня это понятные, четкие эмоции. Ну, я люблю слушать Шостаковича, например, тоже, и даже Шлипки иногда люблю слушать. И даже пытался слушать Шонберга. Ну, правда, засыпал на 15-й минуте. Надеюсь, Шонберг меня там простит, оттуда, где он сейчас находится. С Мессианом, черт возьми, то же самое. Мне кажется, что Джонни Гринвуд, как из Radiohead, когда называется своим любимым композитором Мессиан, он просто выделывается. Ну, где же все это в Radiohead-то? Что? Да, о чем это я? А я о том, что, тем не менее, я люблю все-таки четкие и понятные эмоции, которые есть в поп-музыкальных гармониях. Они, наверное, немножко клишированные, но из этих клише можно соткать одеяло, которое переливается всеми цветами этих эмоций, всеми цветами этих клише, если хотите. И в итоге создает новое впечатление, создает могу сказать, позволяет мне донести мою эмоцию наиболее точно. Лучшего гармонического языка я для себя не знаю. Состав у нас будет самый обычный. Барабаны, бас, гитара, клавиши. Я буду немножко петь. Текст тоже будет коллажный, он будет состоять из воспоминаний. Пространство памяти – это очень удобная тема, конечно. И очень при этом плодородная. Что еще вам рассказать? Можете сыграть что-нибудь. Уже сыграть пора, да? Согласен. Ну, могу лишь сказать еще одну вещь, что английские первопрессы King Crimson, хотя и дорого стоят, но действительно звучат лучше всех. Я попробую сыграть импровизированный кусок. А вы мне потом, возможно, скажете, что вы о нем думаете, что он каждому из вас сказал. Потому что я вот пишу музыку,
я делаю ее, а у меня есть ощущение, что вообще-то вся эта штука, самое главное, что я в нее вкладываю, работает только для меня. И мне хотелось бы понять, так это или нет. Thank you.
Спасибо вам большое, что пришли, что дослушали некоторые даже все это до конца. Я сегодня больше играл, чем говорил, но, наверное, в этом и суть. А на бис? На бис? Да, с удовольствием послушаем еще раз. Но еще раз не получится у меня, это будет что-то другое. Что-то будет другое. Импровизация, но другая, с удовольствием. Серьезно, вы хотите еще это слышать? Да, да, да. Черт вас дери, я не ожидал от вас такой прыти. Ну хорошо, хорошо. Не вопрос, с удовольствием. Сейчас, секунду. Воды попил, время выиграл. Подобную музыку или там будет более какая-то? Ну, я бы сказал, подобную, только полным бендом. Thank you.
Непонятно, правда, стоит ли заводить бэнд теперь, но... Спасибо еще раз! Всем хорошо, всего хорошего!